Всем привет! В этом ролике я хочу поделиться с вами рядом активностей, которые прямо сейчас проходят на бирже BitGet. Вы узнаете, как за выполнение простых действий вы можете получить крупные призы в токенах USDT, WestCoin, BTR и многих других. Не забывайте подписываться на мои социальные сети, а я начинаю обзор. Для начала нам стоит получше познакомиться с самой биржей BitGet. Это торговая платформа, созданная еще в 2018 году и успевшая собрать вокруг себя миллионы активных пользователей. Биржа стала одной из самых быстро растущих за последний год. Ей удалось увеличить количество пользователей в два раза, закрепившись на отметке 8 миллионов человек. BitGet имеет большое количество инструментов и продуктов, включая различные рынки и инструменты доходности, а также DeFi-приложения. Одним из них является мобильный кошелек BitGet, в котором, кстати, и проходят все активности, о которых мы поговорим в этом ролике. Для установки кошелька BitGet Wallet вы можете перейти по ссылке, которую я оставил в описании под этим роликом. После того, как вы скачаете кошелек, вам будет необходимо активировать и настроить его. Первым этапом станет установка восьмизначного пароля. Вы будете указывать его перед каждым входом в кошелек. Далее, после того, как вы придумаете пароль, BitGet предоставит вам сид-фразу, которую вам необходимо записать на бумаге. Данная сид-фраза является гарантией доступа к вашему кошельку. Если она будет утеряна, вы не сможете управлять кошельком и своими активами, поэтому храните фразу в надежном месте. Кстати, если при создании кошелька вы укажете мой реферальный код, то получите бонус в размере $5 на оплату комиссии при переводах токенов в разных сетях. Мой реферальный код вы также найдете в описании. Теперь, когда вы установили кошелек, можно перейти к самим активностям. Все они расположены в разделе «Центр заработка». В этом ролике я поделюсь с вами двумя активностями, одна из которых проводится в честь карнавала Tonect 2024, а вторая при поддержке протокола BitLayer. Начнем с раздачи от Tonect. Она продлится еще до 15 августа, а ее общий призовой пул составляет $120 000 USDT и 800 миллионов монет WestCoin. В рамках раздачи каждый пользователь, выполнивший активности, будет иметь шансы на получение награды от $5 до $30. Также специально для новых пользователей BitGet сделал отдельный пул, в котором награды для каждого участника могут достигать 200 токенов BGB. Главным условием для участия в этом розыгрыше является наличие у пользователя как минимум 10 USDT на балансе своего кошелька. Для пополнения баланса вы можете вернуться на главную страницу, нажать кнопку «Депозит» и выбрать удобный способ пополнения. Внести средства можно как через другой кошелек, купить криптовалюту через банковскую карту или же совершить обмен на P2P-бирже. Теперь, когда мы пополнили баланс, вернемся к активностям. Они довольно простые, а их выполнение займет не больше 3 минут. Все, что вам нужно, это подписаться на социальные сети BitGet и WestCoin. Также, если вы новичок, вы можете выполнить специальное задание от BitGet и получить гарантированные 5 токенов газу. Когда все задания будут выполнены, нажмите на кнопку «Верификация» для проверки и подтверждения своего участия в активностях. Вторая активность, как я говорил ранее, проводится совместно с проектом BitLayer. В ней вам нужно выполнить всего 2 задания, за которые вы сможете разделить призовой пул в размере 100 тысяч токенов BTR. Первое задание – это участие в прогнозах на странице BitLayer. Здесь вам нужно размещать поинты BitLayer на те страны, которые, по вашему мнению, смогут одержать победу в проходящих турнирах Олимпиады. За размещение правильных прогнозов вы получите поинты BitLayer, а также выполните первое задание активности. Для выполнения второго задания вам необходимо отправить токены на сумму в $5 через мост BitLayer, используя кошелек BitGet. Когда транзакция будет совершена, активность станет выполненной и вы сможете верифицировать свои задания, как в прошлой активности. Следующий не менее интересный конкурс, которым я также хотел бы с вами поделиться, прямо сейчас проходит в официальном телеграм-канале BitGet. Его призовой фонд составляет $1000, а для участия вам необходимо проявлять ежедневную активность в телеграм-чате и зарабатывать поинты. Чтобы стать участником, отправьте в чат сообщение «Join to Earn». Далее вам просто нужно каждый день отправлять сообщение BitGet Wallet, чтобы получать по одному поинту. Также вы можете приглашать друзей, за которых выдается сразу 5 поинтов. Для получения своей реферальной ссылки вам нужно написать в чат сообщение «Link». Напомню, что все ссылки на активности BitGet вы найдете в описании под этим роликом.
Обязательно участвуйте в конкурсах, ведь призовые пулы в них довольно большие. Друзья, ну а на этом мой ролик подходит к концу. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео, и пишите в комментариях свое мнение о данной бирже. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать подобного контента. А я с вами прощаюсь, увидимся в следующих роликах. Всем удачи и до новых встреч!